Тайные секретные подземные ходы Ватикана. А давайте будем знать, вдруг, не дай бог, пригодится. Если вы пришли в Ватикан и встали на площади, повернулись спиной к базилике Святого Петра и смотрите вперед, видите огромнейший цилиндр. Размеров чудовищных видов внушительного. Это замок Святого Ангела. Построен во времена правления Адриана, 100-136 годы. В 400 году превращен в крепость, а в 14 веке в папский замок. Так вот, хотя замок не находится на территории Ватикана, туда идет немаленький такой подземный ход. Подземный ход называется Пассето ди Борго, длиной 800 метров. Он так и спас жизни, по крайней мере, двум папам. В 1494 году папе Александру IV его пришел обижать самым неприятным образом французский король Карл VIII. Офигел в атаке. Через 30 лет папа Климент VII спасся через этот проход от жуткой резни, где полегла почти вся швейцарская гвардия. Виноват в которой был снова Карл, но теперь уже пятый. Осторожнее с Карлами, Карл. Такое бодрое время суровых героев. Картины продаются, ссылка в описании. Лайк, репост, подписка. Эдуард Кичигин.